лямка бегемота. 2, 4, 6 Даша. Какие-нибудь обезболивающие таблетки. Наташа, есть будешь? Да, мам, немножко. Ты знаешь, что в нашем районе женщина завелась одна. Говорят, бесноватая. У этой женщины сзади хвост волочится. Вот не смейся, пожалуйста, я не сошла с ума. Я Наташа. Петя, мы будем считать, что первый. Ну что, не больно? Вы мне сделайте, чтобы было симпатично и чтобы... Тебе напяли-то. Посмотри, как нормальные люди одеваются. Посмотри, как нормальные люди одеваются. Поговорила с отцом Андреем, он велел защиту поставить. И хвост этот живет отдельный от этой женщины жизнью. Вот мы выпьем, чтобы все всегда получалось.